Меня зовут Саша, я с Такоми, хожу в Сиэтл собрание. Это мой второй энкаунтер. Я пришел освободиться, принять Духа Святого. И, ну, раз Дух Святой вспомнит меня, что, что надо освободиться, все. Ну, взял, исцеление принял, и исцеление, да. So, like, my shoulders, меня болели, и горло. Бог исцелил 100%, сейчас ничего не чувствую. Так, принял Духа Святого. Я искал его где-то 2 года, не нашел везде, все руки меня оставляли. И просто, где ты? Есть Дух Святой? Ну, где твой Дух Святой? Покажи мне. И сейчас принял, освобождение 100% принял, и все классно. Сейчас я думаю... Everything I came for, plus more. Принес. Слава Богу.